Дорогие мои друзья, всем большой-большой привет! Ну, наверное, по названию видео вы догадались, что благодаря работе нашей доблестной почты я продолжаю принимать подарки к своему дню рождения. И сегодня я получила подарочек из Испании от Анютки. Канал Ани называется «Вязаный стиль» от Анна. Привет, моя дорогая подружка, благодарю тебя от всей души. Я понятия не имею, что там. Я только вот вскрыла чуть-чуть коробочку, но я не знаю, что там. Интересно? Давайте вместе посмотрим. А пахнет вкусно. Ой, ну конечно, будет пахнуть вкусно, потому что Анюта тут вкусняшек целую гору положила для моих деток. Значит, здесь конфетки всякие разные. Значит, это вот 100% можно кушать только моему Славику. У остальных аллергия на клубнику. Анюта, от Славика отдельное спасибо. Он у меня страшный сладкоежка и любит всевозможные конфетки. Ну, конфеты, видимо, сосательные. Молочно-клубничные, я так понимаю. Так, дальше. Конфетки тофи. Я так понимаю, это типа ириски с наполнителем шоколада. А вот эти вот я, пожалуй, тоже попробую. Это мармеладки такие небольшие со вкусом колы. И вот, кстати, от них очень такой аромат идет прямо сильный. Так, дальше. Всевозможные жевательные конфетки с разными вкусами мультифрукта. Ой, это что-то такое прям тяжелое. Я так понимаю, это мармелад, но, скорее всего, он с натуральным соком. Он, его совсем чуть-чуть здесь, но тяжеленный пакетик такой, прямо очень тяжелый. Так, фрута диа, тут малина вижу. Вижу малину, вижу что-то еще. В общем, скорее всего, тут экзотические фрукты какие-то. Вот, это испанское производство. Насколько я понимаю, попробуем конфетки Испании. Спасибо, Анюточка. Это еще не все, а сладостями завалила просто. Так, вафли. Вот такие. Чупа-чупсы. Ну, конечно, все дети будут только-только в восторге от чупа-чупсов. Анютка, молодец, ты знаешь все предпочтения деток. Спасибо тебе большое. О, а тут маршмеллоу. Вот откуда аромат, вот откуда аромат идет, бесподобный. Так, прямо. Наверное, клубничный, я так... Очень-очень ароматные, очень. Спасибо, Аня, целая гора сладостей. Я так думаю, что к вечеру этого не будет. Зная аппетит им. Сколько тут всего классного. Так, с чего начать? Начнем... Ой, это что-то интересное. Ой, Анютка, а что это такое? Посмотрите, какая красотень. Прям царское что-то, да? Что это, наклейка или что это такое? Я не пойму. Я сейчас вскрою, посмотрю. Может быть, декор какой-то на что-то или на сумку. Или я понятия не имею, что это такое. Но это очень-очень красиво. Или нашивка, может быть, какая-то мягкая. Она мягкая. Такая красотень. Слушайте, как красиво. А может быть, это что-то термо? Я не знаю. Вот так выглядит со стороны изнаночной, да? Друзья, может быть, вы знаете, что это такое? Напишите, пожалуйста. Я понятия не имею. Но как это красиво. Как это богато и красиво смотрится. Прямо что-то мне царское напоминает. Ань, спасибо большое. Обязательно, когда разберусь, что это такое... Найду этому применение. Очень красиво. Стразы. Эти всевозможные... Как они называются? Ну да ладно, неважно. Смотрим дальше. Маска. Ну как же без красоты. Гарнир с ромашкой. Я очень люблю уходные вот эти вот маски всевозможные. Только от Аленушки получила, радовалась, пищала. Теперь это Анют. И Анют, спасибо большое. Класс, класс, класс. С удовольствием попользуюсь. Я это дело люблю. Ну, я добралась до самого интересного. Девочки, здесь столько вкусного. Начну с самого большого. У меня два вот таких замечательных мотка. Катя.
производство, это испанское, Shadow, Катя Shadow, 80% акрил, 20% шерсть, в 100 граммах 190 метров. Ну, это, конечно, какой-то бактус, либо шарф, либо что-то такое. Очень люблю сочетание розового с серым, очень люблю. Обязательно, и у меня пальто, кстати, розового оттенка. Кстати, надо будет себе своять какой-нибудь, или снуд, или что-то в этом роде. Класс, спасибо, Анюточка, очень мягенькая, приятная, толстенькая. Так она смотрится, толстенькая. Но она однородная, насколько, или нет. Нет, наверное, все-таки по толщине она однородная. Да, она однородная. Ну, такой вот меланж красивый, бесподобный. Ань, спасибо большое. Ой. Катя, Гэтсби, да? Или Гэтсби, или Гэтсби. Ой, девчонки, по-моему, из такой пряжи вязала себе Маргаритка топ московские подмосковные вечера. По-моему, так называется. Ритуль, будешь смотреть, знаю точно, напиши, это пряжа или нет. Я все на нее смотрела и облизывалась. Какая классная, как она бомбически смотрится. Вот такой вот цвет, здесь небольшой люрикс золотой. И вот такой вот светло-светло-бежевый, даже уходящий, приближенный к молочному, с золотым люриксом, очень красивый цвет. Так, по составу, мои хорошие, по составу 77 вискоза, 15 полиамид и 8 полиэстер. 118 метров в 50 граммах. Производитель рекомендует спицы 3-3,5. Кайф. Пряжа шнурковая. Шнурочек. Не хочет фокус ловиться, не хочет. На меня фокусируется и все. Ну да, шнурковая пряжа. Класс. Аня много положила, зная мой размер, да? 2, 3, 5, 6, 8 мотков, супер, 400 грамм. Обязательно что-нибудь свяжу, обязательно. Как же я люблю такой оттенок, Анют. Какая она приятная, девочки. В ней не будет жарко летом, что-то ажурненькое такое. Какой-нибудь ажурненький топ, супер. Но это, конечно, уже будет следующий сезон. Аня, спасибо. Бомба. И ой-ой-ой, 3, 6, 8, 10, 12 мотков. Чудо, просто чудо, девочки. Drops Alpaca Silk. Я очень давно смотрю на эту пряжу. На самом деле, Анюта, ты угадала мои мысли. Я видела, как ты раз показывала свои покупочки. Я видела эту пряжу, думаю, какая она классная, девчата. Я вязала из дропса махер на шелке, класс. А на альпаку смотрела и облизывалась. Думала, надо попробовать. Значит так, девочки и мальчики, по составу. Сейчас будем с вами изучать. Сначала цвет. Кому интересует цвет, цвет номер 12. А здесь тоже не сказала, мои дорогие, цвет. Может быть, кому-то будет интересно. Цвет 305. А здесь цвет 12. Так, смотрим. Пытаюсь найти хоть какую-то информацию. 77 альпака, 23% шелк. Ну, это супер. Это в 25 граммах 140 метров. Кайф. Однозначно я буду вязать в одну нить. Однозначно. Эта нежность должна быть нежностью. Это 12 мотков, Анюта, это платье. 12 мотков – это платье, и это чудо. Это просто… Цвет перевирается. Вот так цвет более правильный. Он розово-фиолетовый, забеляет немножечко камера. Вот так вот похож, вот так. Великолепный. Так, а что здесь производитель говорит по рекомендациям? Не вижу. Вижу, что стирка ручная при 30 градусах, но это само собой понятно. Группа С, вот это вот группа С. Вот мне чем нравится дропс, они всегда ставят вот такую маркировку, это очень удобно. Не вижу рекомендации. А, 5 миллиметров.
Пятерка. Рекомендация пятерка. Ну, вполне возможно. Вполне возможно. Ну, четверка, наверное, точно. Девочки, ну вы представляете, 12 мотков вот этого чуда. Это платье, реальное платье. Кайф. Кайф. И я вот, понимаете, из такой пряжи я даже не хочу никаких узоров. Она в лицевой глади шикарная, шикарная. Она очень пушистая, она очень-очень пушистая. Видите, да? Да, скорее всего, наверное, 4,5-5 я буду вязать. И однозначно в одну нить. Я вот такую нить миксовать даже ни с чем не буду. Не имеет смысла. Она шикарно будет смотреться в изделии. Мне прямо видится платье. Наверное, может, платье туника. Широкое. Скорее всего, гладью. Как большая-большая оверсайзная джемпер, только удлиненный, да? И какой-нибудь декор бомбический. Нежность нереальная. Если кто-то сомневается, думает, будет колоться или что-то в этом роде. Друзья мои, нет, это просто бомба. Анюта, что ты со мной сделала? Мне ж теперь надо еще и найти ткань, пошить чехол под это платье, понимаешь? А без чехла никак. Потому что Юля со всех своих чехлов выросла. Но это однозначно будет платье. Однозначно. Это супер. Это просто бомба. Дорогие мои друзья, вы представляете, сколько счастья и вдохновения я получила сегодня? Вы со мной разделили это. Анюточка, я тебя люблю, моя дорогая. Спасибо тебе большое. Подружка моя, я тебе желаю всего только самого-самого наилучшего. Вот, чтобы все твои мечты исполнились. Чтобы жизнь тебе доставляла столько удовольствия, сколько получила сейчас я, вот прикасаясь вот к этому, ко всему вот этому чуду, понимаешь? Спасибо тебе, моя дорогая, спасибо. Вам, дорогие друзья, я тоже хочу сказать спасибо за то, что разделили со мной радость от таких потрясающих подарков. Вдохновляемся и вяжем. Всем пока-пока, до скорых встреч!